Мы все знаем, что эта революция, она вместе с последней волной революции в мире вполне по праву считается интернет-революцией. Также была Twitter-революция в Турции, в Египте. Точно так же это Facebook-революция в Киеве. Когда 11 числа был штурм Майдана, я сидел дома и следил онлайн за тем, что происходит. Когда начался штурм, я приехал. Точно так же, как я, приехал много других людей. Да, Пятый канал, спасибо им большое, транслировал это для тех, у кого есть дома телевизор. У меня дома телевизора нет. Нет у меня его давно, не будет его у меня никогда. И из Англии, и журналисты, и из России, и из Израиля. Соответственно, ссылки и на информацию я получаю из всех этих стран. И, опять-таки, имею возможность делиться ими со своими друзьями. Друзья у меня есть и во Львове, друзья у меня есть и в Одессе. И получается, что каждый раз, когда я делюсь какой-то ссылкой на информацию, я замыкаю регионы. Информация расходится быстро. Это принцип работы социальных сетей. Да, я понимаю, что я революционер. Я понимаю, что за то, что у меня написано на стенке Фейсбука, ко мне применимо минимум несколько статей Уголовного кодекса. И дороги назад нету. Выкарать я их не буду, удалять свой аккаунт в Фейсбуке я не буду. Таких людей, как я, много. Мы все понимаем, что дороги назад нет, мы идем вперед. Давайте посмотрим, что такое интернет и как работает передача информации в интернете, да? У нас есть большие новостные порталы, типа, я не знаю, Лента.ру. На Ленте.ру есть раздел и спорт, и технологии, и события, и так далее. Это большой новостный портал, он, в принципе, ничем не отличается от журнала. Там есть редакция, там есть редактора, журналисты, у них есть свои съемочные группы, у них есть свои фотографы по всему миру. Они большой новостный портал. Это один вид новостных порталов, да? Это один из тех видов новостей, более-менее официальных, на которые мы опираемся, когда мы смотрим новости в сети. В Украине удивительная ситуация. Молодая выскочка, купившая все новостные ресурсы, оставила нас, в принципе, с цензором, с украинской правдой. Честь и хвала, земной поклон. Лига, которая прекрасно поддерживает наш информационный, революционный информационный поток. Еще несколько ресурсов. ЗИК, львовяне, молодцы. Это большие новостные ресурсы. Когда мы доверяем информации, которую мы находим там, с одной стороны, мы понимаем, что это журналисты, делающие свою работу. Второй вид информационных ресурсов, который, но опять-таки, уже говорят, что он начинает умирать, но пока что он еще не умирает, он еще очень даже жив, тем более в наших реалиях. Это блоги. Что такое блог? Веб-блог. То есть человек пишет дневник свой, описывает некие события на своей страничке. Классическим примером веб-блога являлся ЖЖ, да, живой журнал. Но ЖЖ мертв, long live ЖЖ. Завести свой блог может каждый. Достаточно зайти на страничку WordPress, завести себе там бложек или зарегистрировать себе хостинг и попросить там установить WordPress и там завести бложек. В принципе, это дело полдня. Сделать себе собственный блог с собственным логотипом, собственным названием, собственным адресом. Нет, собственный адрес это не полдня, это два дня. Ну, об этом отдельная тема для разговора. И у нас есть микроблоги. Микроблоги. По праву же микроблогом считается Twitter, да, когда свои 140 символов я могу отправить откуда угодно.
И люди, которым интересно то, что думаю именно я, подписываются на меня. Подписываются на меня и подписываются на еще на 10 тысяч таких же людей, как и я. И просматривая постоянно появляющиеся сообщения, они видят реальную ситуацию в стране. Например, когда были выборы в Белоруссии, печально закончившиеся выборы в Белоруссии, мы с моей женой сидели во Львове и следили за Твиттером, потому что мобильной связи у них не было, телевизор правду не показывал. И единственный источник информации, который был который давал объективную картину происходящего, это был Твиттер, который не заблокировали власти, и люди твитили поминутно, что происходит. Соответственно, вот наши распределенные гражданские ресурсы информации, Твиттер, Фейсбук и личные блоги, и большие новостные ресурсы. Но опять-таки, с большими новостными ресурсами никогда не знаешь. Достаточно, чтобы кто-то с кем-то договорился, пожал руку, подписали документы, передали деньги, и вот корреспондента у нас уже нету. А некоторые люди продолжают по инерции заходить на корреспондент. Моя жена на меня шикала, когда я перепостил ссылку из корреспондента и говорит, ты что, не слышал? Ну, ты вообще смотрел туда хоть одним глазом? Не пость то, что пишут на корреспонденте. Там ничего этому верить нельзя. Количество информации, количество дезинформации, которая появилась на этой революции, меня, как человека, живущего в информационном поле, восхищает. На каждую правдивую мысль мы слышим 50 вбросов, не имеющих ни малейшего отношения к действительности. Это может быть все что угодно. Люди высадились на Марсе, прилетели инопланетяне, черви съели школьницу из Саратова. Ну, вот вся чушь, которая летит по телевизору, она же появляется в нашей сфере. Сейчас у нас период затишья, Новый год. Мы понимаем, что год будет сложным. Говорят, что ГАИ уже собирается приходить в гости к тем, кто был в Межигорье. Мы их ждем с нетерпением. В Межигорье была чудесная покатушка. Всем, кто там были, уверен, получили огромное удовольствие. Мы да. Мы понимаем, что да, будут приходить, да, мы будем их поичаем, посылать, не посылать. Но что нам делать дальше? Мы вряд ли перестанем пользоваться сетями. Кто еще видит наши сообщения, кроме наших друзей? Теперь об информации. У вас дома есть компьютер или мобильный телефон, или некое устройство, которое включено в сеть. И есть некий сервер где-то там. Когда вы пишете свое сообщение, Twitter, Facebook или блог, когда вы отправляете некую информацию, ваше устройство, которое вы держите в руках, получив от вас клавиатуры, получив от вас текст, этот текст отправляет на то устройство. Соответственно, если правительству, будем называть вещи своими именами, мы никого не боимся, если спецслужбам будет необходимо узнать, кто именно отправил это сообщение, мало того, что вы знаете, что, например, я пользователь Фейсбука по имени Данил Ковжун, это написано на бумажке с афишей и с анонсом, но я уже могу уйти в подполье, правильно? Совершенно не обязательно знать, где я нахожусь в тот момент, когда я отправляю это сообщение. Да, я часто чекинюсь. Вот здесь, например, я зачекинился. Я на открытом университете Майдана. Это видно на Фейсбуке сразу. Приходите меня, берите. Мое местоположение зафиксировано через геолокацию, которая есть во всех современных устройствах. А если я не хочу, если я хочу уйти в подполье, у меня есть такая возможность. Но у каждого устройства, которое подключается к сети интернет, есть уникальный IP-адрес. У каждого интернет-провайдера есть блок IP-адресов, которые он выдает каждому, кто подключается через них. Соответственно, когда я дома включаю компьютер, он получает IP-адрес моего провайдера. И достаточно несложно узнать, что мой адрес, я не помню его, но, например, там 47.127.14.5 принадлежит провайдеру Kyivnet. Более того, так у меня домоседка, я живу в большом многоэтажном доме, то достаточно несложно узнать, какой именно район покрывает этот провайдер и какие блоки IP-адресов он раздает на какие дома. Таким образом, уже очень несложно выяснить мое местоположение. Ну, до дома, да? После этого можно дом взять под наблюдение одним человеком, это очень нересурсоемко. Учитывая количество оперативников в нашей стране, одного оперативника выделить несложно. А еще можно поднять базу контрактов нашего провайдера, в котором будет написан мой домашний адрес, куда проведен проводочек. А еще можно
у провайдера изъять логи. Логи, вся, дело в том, что сервера, которые обслуживают интернет, каждый сервер постоянно пишет логи. Логи – это технический журнал посекундной регистрации всех событий. Если сервер ломается, то, собственно, глядя в эти логи, мы понимаем, что именно в нем поломалось, как он напишет там о своей ошибке. Точно так же он напишет там о том, какая активность происходила вокруг него. Соответственно, зная все это, я понимаю, что когда я выхожу в интернет, я гол и беззащитен. Меня найти, вплоть до моей теплой уютной квартирки, можно очень легко. Когда-то, в чудесные 90-е годы, была даже тема лэптоп, в котором есть встроенный модем, он, правда, не был таким легким, как сейчас. Телефонный шнурочек с двумя булавочками, с тем, чтобы можно было зайти в некий подъезд, когда не было еще консьержа, и на лестнице воткнуться в чей-то чужой телефонный провод, чтобы оттуда звонить своему провайдеру, с тем, чтобы номер телефона, с которого шел дозвон, показывал не на меня. Если мы говорим о кибер-чем-то, да, я не говорю про киберпреступление, но если мы говорим о какой-то активности, которую милиция может счесть нелегальной, если они приходят к бабушке, у которой нет компьютера дома, вопросов нету. Видит поврежденный провод, все понятно. Сейчас ситуация несколько другая. Все наши телефоны, все наши смартфоны, скажем так, все наши планшеты получают IP-адреса у того же Киевстара, и, соответственно, по номеру, если я подключен прямо здесь, через киевстаровский интернет, меня можно с точностью до 100 метров триангулировать. Таким образом, если я представляю интерес для спецслужб, то за моим перемещением по городу довольно несложно следить небольшим количеством людей. Опять-таки, весь вопрос ресурса. Теперь давайте вам представим себе немножко другую ситуацию. Представим себе, что я все это знаю, я не боюсь. Более того, я получаю удовольствие от того, что они за мной следят. Они ведь тратят на меня свой ресурс. И мы включаем такую чудесную штуку, как алгоритмы шифрования. Что такое алгоритмы шифрования? Появились они давным-давно. Военное применение они нашли во время Второй мировой войны, когда все шифровали все. Самый известный, пожалуй, это немецкий шифр Enigma. Зубчатые колеса с буквами, панели с проводочками, которые каждый день переключались на новое положение и с их помощью отправлялись шифрованные месседжи, шифрованные сообщения, которые англичане очень быстро научились взламывать. Так, собственно, родились компьютеры, потому что придумали компьютер, как мы его сегодня знаем, для того, чтобы расшифровывать сообщения немецких подводных лодок. И так родилась криптография. Агентство, которое в Америке занималось вот тем самым расшифровыванием шифров немецких подводных лодок, сейчас называется NSA, известно как No Such Agency, нет такого агентства. Это агентство национальной безопасности Соединенных Штатов, откуда сбежал прошлогодний Сноуден и рассказал нам про то, что они сломали все на свете. В смысле, они сломали все шифры, теперь они знают вообще все, вообще про всех. Опять-таки, вопрос ресурсов. Если я отправляю пост на Фейсбуке, я отправляю просто текст. Кто может видеть этот текст? Этот текст может видеть человек, который взломал мой телефон и в этот момент смотрит, что у меня на экране. Взломать несложно. Да? Операционка есть у всех, она есть давно. Знаем версию моей операционки, можно представить, что NSA или SBU уже имеет ключи, уже имеет возможность удаленно мониторить мою операционку. Раз возможность. Совершенно точно это знает мой провайдер, потому что эта информация в чистом, незашифрованном виде проходит через его раутеры, через его сервера и идет дальше через все соединения до вот того самого сервера Фейсбука, который может быть находится в дата-центре в Киеве, может быть в дата-центре во Львове, может быть в дата-центре в Нью-Йорке, я не знаю. Как мы можем использовать шифрование? Во-первых, давайте посмотрим, что это нам даст. Если я зашифровываю... Окей, мы знаем, что любой шифр можно сломать. Ну, теоретически вроде бы нельзя, но если очень постараться, то, наверное, можно. Тут есть много кривотолков, кто что умеет ломать. Давайте исходить из того, что, приложив достаточное количество усилий,
спецслужбы могут сломать любой шифр. Это займет у них некоторое время. Если я отправляю шифрованное сообщение, сегодня в 12 часов бомба взорвется под машиной президента, меня возьмут за задницу, потому что это сообщение наверняка будет расшифровано. Если моя жена присылает мне зашифрованное сообщение, в котором написано: «Пожалуйста, купи 2 батона, немного молока, бутылку вина, огурцы, помидоры». Я зашифрованным каким же шифром отправляю ей сообщение: «Обязательно куплю, люблю тебя». А она точно так же отправит зашифрованное сообщение моему брату и поздравит его с Новым годом. А он отправит зашифрованное сообщение своей жене. Мы же можем настроить наш компьютер так, чтобы он зашифровывал и дешифровывал сообщения автоматически. Соответственно, мы можем обеспечить себе... Это нельзя назвать безопасностью. Безопасностью это не является, все равно можно расшифровать. Но это и есть та самая криптоанархия. Количество ресурсов, которые необходимы для того, чтобы выяснить, где лежит бомба под президентом и в какой час она взорвется, становится малореальным, если сообщения о покупках в супермаркете тоже идут зашифрованные таким же шифром. Как этого добиться? Ну, во-первых, все браузеры уже несколько лет настоятельно рекомендуют пользоваться HTTPS. Вообще, что такое шифр? Чтобы я не потерял, как говорят одни мои знакомые, наши друзья натуралы начинают скучать, чтобы я не терял вас, чтобы вам было интересно. Кто понимает примерно, как работают алгоритмы шифрования? Ну вот, примерно. 1, 2, 3 человека. Я тогда, с вашего позволения, извините, если вас утомлю, очень простой примерчик, который мне зачитывали на лекции по компьютерной безопасности много лет тому назад. Давайте представим, что у нас есть 2 короля, которые хотят отправить... Один хочет отправить другому сундучок с чем-то, но так, чтобы никто не смог по дороге посмотреть, что находится в этом сундучке. Не буду мучить вас и просить от вас разгадки этой загадки. Алгоритм, например, такой. Король номер 1 навешивает на сундучок свой замок, оставляет ключ у себя. Этот сундучок с караваном слуг отправляется к королю номер 2. Король номер 2 надевает свой замок на этот же сундучок, после чего сундучок с караваном отправляется к королю номер 1. Король номер 1 снимает свой замок своим ключом и отправляет сундучок обратно. Король номер 2 снимает свой замок своим ключом и открывает сундучок. Протокол SSL или HTTPS — это HTTP это Hypertext Transfer Protocol, это тот протокол, которым мы смотрим все в интернете, да, картинки, тексты. Это вот браузер работает с протоколом HTTP. HTTPS — это безопасный протокол. Что происходит? У каждого сайта есть сертификат. Так называемый сертификат — это вот тот самый замок. И когда вы запрашиваете страницу сайта, он навешивает этот замок. Есть публичный ключ, который ваш компьютер знает по умолчанию. Ваш компьютер снимает этот ключ, и вы получаете эту информацию. Но по дороге уже становится значительно сложнее перехватить информацию. Сложнее понять, что вы читаете. Значительно сложнее увидеть, что вы пишете. И это сохраняет ваши пароли в безопасности. Это тот уровень безопасности, которым стоит пользоваться всегда. В принципе, по умолчанию. Если у вас есть почта в интернете, посмотрите, знаете, вот адресная строка наверху браузера. И вот здесь в самом начале этой адресной строки написано HTTP, двоеточие, //. Посмотрите, там написано HTTP или HTTPS. Если там написано HTTP, бросайте этот email. Переходите на Google. Google и так знает все и обо всех, поэтому перед ним уже можно не скрываться. Google дает доступ к своей почте только через HTTPS. И у Google хорошо выстроены механизмы. Если вы потеряли свой пароль, то вам достаточно несложно его восстановить, а другим людям это будет сделать почти невозможно. В условиях революции, я думаю, что пользоваться Укрнетом, у которого сервера находятся в этой стране, которые могут изъять. Сколько раз я связан с серверами, и я даже боюсь упоминать, сколько раз за прошлые и позапрошлые годы серверов выносилось из дата-центров. Работники дата-центров уже даже не сопротивляются.
звонок в дверь, открывается дверка, они видят людей в форме, вздыхают, делают шаг в сторону, потому что у них такой красивый дата-центр. Будет так грустно, если с ним что-то случится, правда? Поэтому какие-то пару серверов из тех 500, которые стоят в этом дата-центре, рояли не играют. Сервера в нашей стране выносятся аж бегом, без ордера. Потом может быть ордер, потом может быть вам вернут эти сервера. Может быть, на них даже будет какая-то информация. Но я бы не стал доверять свою переписку почтовую, даже если там только котики. Все равно я не стал бы доверять свою почтовую переписку, свои пароли тем сервисам, у которых сервера находятся в Украине. Это самое базовое. Обезопасьте свой браузинг, да, свое листание интернета, и обезопасьте свою почту. Как минимум, если взломать вашу почту, всем вашим друзьям можно отправлять какие-нибудь гадости с вашего адреса. Можно отправлять вирусы с вашего адреса, которые поработят компьютеры тех, кто их откроет. Берегите свою почту, это стоит того. Люди, которые... Я очень часто сталкиваюсь с друзьями, которые не видят необходимости ставить пароль на свой ноутбук. У меня никогда не было пароля на телефоне. Началась революция, и в какой-то момент я осознал, что у меня в телефоне записаны не только номера, там 800 номеров моих друзей, коллег, знакомых и вообще очень странных людей, там такси в Одессе или всякая всячина, а записаны телефоны 50 человек, которые стоят вот там прямо сейчас, например. Ну, наверняка стоят, да, или кто-то из них спит, но они там будут стоять. Если мой телефон попадает не в те руки, я несу ответственность за тех людей, за тех людей, кто дал мне свой номер телефона. Я поставил себе пароль, 10 неправильных попыток, вся информация вытирается. Я надеюсь, что это поможет. Более того, я надеюсь, что он мне никогда не понадобится. У нас, когда я профессионально занимался компьютерной безопасностью, у нас была приговорка, что удобство и безопасность – это... Знаете, как на пульте есть такая, ползунок называется, да, слайдер. Это вот одна ручечка, и это два ее крайних положения. С одной стороны безопасность, с другой стороны удобство. Можно сделать так, чтобы оно было круто безопасно. Вот совсем безопасно. Но никто из вас, и я в том числе, не сможем этим пользоваться. Можно сделать так, чтобы оно было офигенно удобно. Вот, открыл компьютер, а там уже сразу мой десктоп. Без пароля, без ничего. Но оно будет круто небезопасно. Например, почему? Знаете ли вы, что пароль вашего компьютера, который вы вбиваете с клавиатуры, это тот же самый пароль, который нужно ввести, если я подключаюсь к вашему компьютеру по сети. Одни ребята провели эксперимент, они написали маленький вирус, но он ничего не делал, да, он только сам распространялся. Они хотели сделать карту интернета. Очень амбициозная задача. Делалось это в прошлом году. Это был не 99-й год, не 96-й, не 86-й, не DARPANET, когда компьютеры были гигантскими, а компьютерщики наивными. Это было сейчас. Это было в то время, когда у всех дома из вас на Wi-Fi раутере стоит уже включенный фаервол. Они написали маленький вирус для почти всех систем, который пытался зайти... Он пинговал компьютеры, которые находятся рядом, и пытался зайти с паролями тест-тест, админ-админ, администратор-администратор, администратор без пароля, тест без пароля. Они захватили половину интернета. Они смогли прокурсировать, пропинговать. Они сделали это как дипломную работу. Они хорошие, добрые, честные люди. Они не стали устраивать нашей цивилизации обрушение. Потому что под их контролем оказались... автоматически подниматели, опускатели плотин, ядерные электростанции. Вы себе представить не можете, какое количество электроники, которое требует пароля, установлено везде. Датчики движения, автоматические раздвигающиеся двери. У них есть какой-то контроллер, который ими управляет, да? Лифты, знаете, вот умные современные лифты, которые знают, кто с какого этажа в какое время чаще уезжает в офисных центрах, они управляются компьютером. Банкоматы, там компьютер. Если вы откроете банкомат, если вы увидите открытый банкомат, то увидите, что внутри стоит самый обычный писюк.
ну, обычнее не бывает. Там на Майдане где-то стоит вот эта коробочка пополнения iBox. Там тоже самый обычный компьютер, PC с операционной системой Windows, на котором тоже стоит какой-то пароль, какой-то юзернейм, наверняка администратор, какой-то пароль. Может быть, тоже тест-тест. Хотите ли вы пополнять свой мобильный телефон, засовывать деньги в машину, которая откроется и поддастся вам, если вы в качестве пароля напишете тест-тест? А если вы занимаетесь реальной борьбой с правительством, да, если вы действительно отправляете информацию, допустим, ведете инфо войну с регионалами, да, допустим, вы свои пламенные призывы отправляете на восток, отправляете на юг страны, вы готовы не защитить свой компьютер паролем? Так, чтобы тест-тест на него мог зайти любой оперативник? Один? Нет. Поставьте сильный пароль. Зашифруйте операционную систему. Зашифруйте свой жесткий диск. Ну пусть они хотя бы потратят 200 часов на то, чтобы зашифровать ваши данные, которые по итогу окажутся совершенно бесполезными, совершенно ненужными, потому что кроме скопированного из интернета текста, который вы переправили, все остальное это в этой картинке котик. Но пусть они поломают одними голову. Зачем сразу не говорить, что это картинки котика? Пусть они потратят, потому что дешифровка это ресурсоемкое занятие. Для этого нужны мощные компьютеры. Эти все компьютеры нужно питать электричеством. Занимаются этим высококлассные специалисты. Да, в СБУ есть высококлассные специалисты. Так пусть их время тратится на расшифровку ваших котиков. Пусть электричество тратится на расшифровку котиков. Тогда, возможно, вот то самое сообщение, которое будет переломным моментом нашей революции, пройдет мимо них. Просто потому, что вы шифруете всю информацию. Окей. То, о чем мы поговорили, зашифровать нормальные пароли для имейлов, длинные желательно, лазим по интернету только через HTTPS, Secure Connection. Давайте немножко усложним задачу. Не усложним, сделаем ее еще веселее. Кто из вас знает, что такое Tor? Есть несколько способов еще сильнее скрыть свое присутствие в интернете. Тогда это ситуация, когда вы заходите на сайт, и даже этот сайт не знает, кто на него зашел. Вы скрываете свой исходный адрес. Есть более безопасная система и менее безопасная система. Tor не самая безопасная система с точки зрения продвинутых криптоанархистов. Но она достаточно, и она достаточно удобная для того, чтобы мы ей могли пользоваться. Что такое Tor? Давайте представим себе, что мы вот с этим молодым человеком, а он вот с тем молодым человеком, а он вот с этой женщиной, мы соединяем друг друга большой трубой. Придерживаем эту трубу. Это труба из четырех человек. И когда каждый из вас хочет с кем-то другим пообщаться, выходит к одному краю трубы и говорит мне что-то. А тот, с кем он общается, слышит это из другого края трубы. И, соответственно, тот, кто слышит, он не знает, кто с ним разговаривает. Этот человек, я, этот человек, другой человек. Как работает Tor? Это система туннелей. Обычно в Торе 4 скачка, да, 4 компьютера, связанных между собой с зашифрованным туннелем. Он не идеален. Можно расшифровать информацию на месте входа, можно расшифровать информацию на месте выхода. Но опять-таки это очень ресурсоемкое занятие. Tor самый дружелюбный, наверное, из туннельных вот таких вот криптоанархических средств. Он самый удобный в том смысле, что он сделан так, что вам не нужно по компьютеру знать вообще ничего для того, чтобы пользоваться. Набирайте в Гугле, я даже не помню, по какому адресу они находятся. Набирайте в Гугле Tor Project. Заходите на сайт, вы не ошибетесь, там нарисована луковичка. Почему луковичка? Tor себе так себя представляет. Это луковица, у которой есть слой за слоем, за слоем, за слоем. И скачиваете штуку, которая называется Tor Bundle. Что это такое? Это обычный браузер Firefox и настроечка для Tor. Вы запускаете одну иконку, у вас открывается одно окошечко, говорит, я подсоединяюсь, я подсоединяюсь, я подсоединяюсь, я подсоединился.
открывается браузер, и вы получаете, и вы уже в интернете через безопасное соединение. Не просто безопасно, вы зашифрованы, никто не знает, через какой сайт вы заходите. Когда в Украине находился чудесный торрент-портал Demonoid, где всегда можно было найти самые свежие книжки и комиксы, они не пускали людей из Украины. Они прятались от американцев, но чтобы мы не знали, что они находятся здесь, они не пускали никого из Украины. Я страшно обижал, потому что мне интересно пройтись на этом ресурсе, там всегда были новые книжки и комиксы. Поэтому я начал к ним заходить через Тор. А Тор, мой заход к ним проводит то через Мексику, то через Нидерланды, то через Норвегию, то через Южную Корею. И они не в состоянии меня заблокировать, потому что я все время появляюсь из какого-то другого места. Это было мирное использование Тор. Чем плох Тор? Так, соединение сильно зашифрованное. И оно идет через компьютеры таких же людей, как вы. Это такие же люди, которые скачали эту программу, установили ее на своем компьютере. И в тот момент, когда они ей пользуются, она доступна и для вас. И, соответственно, не у всех из них супер быстрое интернет-подключение. А вы знаете, наверное, что скорость вашего интернет-подключения равна скорости самого медленного куска пути. Соответственно, пользоваться интернетом через ТОР мучительно медленно, как в 96-м году по модему. Но у нас, друзья, здесь в Киеве, здесь в Украине, сейчас есть, мне кажется, уникальная возможность показать, что мы дивизионно-таки Козацкого рода. В Украине есть такая штука, называется она Traffic Exchange. Еще в 90-х годах оптическое волокно, положенное в Украине, соединило крупнейшие города и крупнейшие компании Украины. Называется это UAIX. Оно подключено к интернету, но вы, наверное, знаете, что ваш интернет-провайдер, когда дает вам пакет, интернет-пакет месячный, он вам говорит, всемирный трафик такой-то, на какой-то скорости, а украинский трафик через бесплатный. Через полчаса. Бесплатно вообще не смотрите. Через полчаса долго и не будет. Действительно, трафик внутри UAX никак не ограничен. Сейчас каналы туда продаются, один раз вы платите $1000, получаете 40 гигабит. Это очень много. По сравнению с водопроводной трубой, но будет бы такого диаметра, как это ставить. Соответственно, что мы можем сделать? У меня есть предложение. Вот те, кто меня слушает, те, кто помнят, те, кто знает, что это такое. Если не лень, у кого из вас компьютер дома не выключается на ночь? Отлично. У меня к вам предложение. А почему бы вам не установить у себя Тор в режиме реле? Это не значит, что вы им будете пользоваться прямо сейчас. Но другие люди, которые захотят воспользоваться Тором, будут иметь ваш интернет-канал в качестве возможного ресурса. Давайте предложим своим друзьям делать то же самое. Если у нас будет много нод туннелей Тора, то, во-первых, нас сразу станет значительно больше. Потому что каждый, кто будет пользоваться Тором, сможет проходить не через Аргентину и Майка, а через своего соседа. Мы настолько сможем запутать следы, что некие спецслужбы, в принципе, не смогут уже воссоздать картинку, кто через кого и как заходил. Мы будем просто сбивать их с пути. Еще 11 числа, когда вот туда стояли баррикады, мы с друзьями пришли к выводу, что оружие революции на ближайшее время это то, что завещал нам Карлсон. Это укрощение, низвождение и дураковаляние. Интернет прекрасно подходит для укрощения, низвождения и дураковаляния. У них есть ресурсы, они готовы их тратить, давайте им поможем. Давайте побудим спецслужбу искать то, чего нет. Давайте слать шифрованное сообщение, давайте все устанавливаем на себя Тор, и давайте сделаем большинство украинского трафика зашифрованным. Если у многих из нас будет стоять Тор, то через некоторое время даже фильмы можно будет смотреть через Тор. А вы себе представляете, сколько усилий нужно будет потратить для того, чтобы перехватить огромный канал передачи данных зашифрованный.
над расшифровкой которого некоторое время вы убиты спецслужбы, а потом выяснится, что вы смотрите очередную серию Гарри Поттера. Вот это будет веселье. Ну, собственно говоря, мы его. Вопрос? Мне сложно быть беспристрастным судьей. Я искренне не люблю то образование, которое у нас принято называть рунетом или благосферой. У меня есть сильное ощущение, что вот то, что в Америке родилось по необходимости, оно родилось от ВВС, от билборда, да, от обмена сообщениями короткими. То, что там родилось по необходимости, то, что там родилось, было рождено как гражданское движение, сюда перешло как технология, как форма без содержания. И начало наполняться. Честно, такой, все взрослые люди, правильно? Такой сраный, как в Рунете, такой грязной ругани по поводу кулинарных рецептов, по поводу принадлежности к тем или иным форумам моделистов. Вот по совершенно безобидным вещам, любителям цветов, такого количества грязи, которое льют на наших форумах, я не видел нигде. В англоязычном интернете. Когда моя жена была беременна, в какой-то момент она плюнула, махнула на все рукой, включила Google Translate и начала смотреть англоязычные формулы про беременность через Google Translate, который автоматически очень коряво переводил ее на русский язык. Но русскоязычные формулы про беременность да, смотреть не могла, потому что все, что написано большими розовыми буквами, шрифтом Comic Sans, является истинной последней инстанцией. Она была в детстве. Вот. Возвращаясь к вашему вопросу. Чисто мое мнение я ему доверяю. Теперь по поводу Бигмира. Бигмир сделал один американец, который живет в Киеве. Его же был журнал интернет-издания «Корреспондент». «Корреспондент» купили. Купили ли Бигмир вместе с ним, я не знаю, честно, у меня нет такой информации. Но вот мне говорит, мой ответ на ваш вопрос. Я бы не стал опять-таки им доверять. Честно, Google вполне стандарт индустрии. Следующий за ним Yahoo, наверное, но Google стандарт индустрии. Зачем искать что-то, что уже очень хорошее? Если вы хотите перевести свою почту с одного места на другой, всегда есть такой инструмент, как форвардинг. Вы заходите в старую почту и говорите, что все письма, которые мне приходят, присылайте на мой новый почтовый адрес. Закрываете эту почту, не пользуетесь ей больше никогда. А в своем, например, аккаунте на Google вы тут же будете получать всю почту, которая пришла на тот аккаунт. Gmail нормально, он поддерживает безопасное соединение с сервером, что уже защищает ваш пароль в пути. Поставьте себе длинный пароль и введите все... Google вас спрашивает, введите, пожалуйста, там имя вашего кота, город, в котором вы родились. Ответьте, не поленитесь ответить на эти дурацкие вопросы и дайте ему свой номер телефона, он пришлет вам код, вы подтвердите его вбив через браузер, и вы сможете, если кто-то... взломает или покинет вашу почту, вы всегда сможете восстановить свой пароль и поменять его снова. Ну, а что вы начитали? Мы об этом говорили чуть раньше. Можно зашифровывать почту. Для Firefox существуют плагины, которые позволяют зашифровывать сообщения. У вас есть две опции. Либо зашифровать сообщение, либо подписать сообщение криптологической подписью, которая, если хоть одна буква будет изменена в сообщении, то ваш получатель, прочитав электронную подпись, увидит, что сообщение было изменено по дороге. Вы можете шифровать каждое сообщение и отправлять сообщение зашифрованное. Они же хранятся на сервере? Да, они хранятся на сервере. Они хранятся на сервере. Если вы отправляете зашифрованное сообщение, то только конечный получатель, которому вы дадите свой публичный ключ, сможет прочитать это сообщение.
GPG, GPG. Прогуглите GPG, маленькая программка, она существует как плагин для браузера. Вы можете ее поставить у себя, вы можете опросить своих друзей, ее тоже у себя поставить. И добро пожаловать в мир криптоандарки, вы будете отправлять друг другу зашифрованное сообщение, зашифрованное, промышленное и криптографии. Спасибо. Еще можно маленькое, вы говорите по поводу Нет, при форвардинге только основное тело письма будет непонятно никому блоком символов, да? А открытым текстом является только хедер. Кто отправил, кому отправил, на какой сервер? Я же не знаю. Вот это как характерная весна, вы будете следить за месяцем, были разработаны раньше спецслужбы, это известные использования центральных коммуникаций. И у нас на территории спецслужбы есть, видимо, пробовали, скажем, спецслужбы, спецслужбы, какой-то мир. И сейчас тоже нам звали, что у нас были использованы эти средства для спецслужбы. Вопрос. У нас есть организованная уже вот такая сеть по устранению коммуникации в нужный момент собраться на цифровую. Отличный вопрос. Это вторая любимая моя тема. Одна моя любимая тема — это криптоанархия и шифрование. Вторая моя любимая тема — это теория заговора. К счастью для нас, интернет является... Вообще, что такое интернет? Когда его придумали, задачей интернета было... Вот у нас есть точка А, вот у нас есть точка Б. Мы можем протянуть кабель и обеспечить общение точки А с точкой Б. Если в кабель попадет граната, кабель порвется. Как нам передавать информацию из точки А в точку Б, так, чтобы не было обязательно иметь прямой связи между точкой А и точкой Б? Как была разработана система интернета? Что нам дал интернет? Интернет нам дал коммуникация, диктатура, опрессивный режим и свобода коммуникации – несовместимые вещи. Потому что только люди в состоянии свободно передавать информацию один другому, никакая диктатура не в состоянии выстоять, никакая пропаганда не в состоянии забить человеческие слова. Система коммуникации заложена в самой основе интернета. Протокол TCP/IP, с помощью которого все происходит, он подразумевает, что он несет кусочек текста от одного компьютера к другому компьютеру. Секретная технология, о которой говорите вы, начало этих секретных технологий была программка под названием ICQ, которую поставили все по всему миру и начали общаться ей прямо в офисе. Она позволяла почти мгновенно доставить короткое текстовое сообщение с одного компьютера на другой. И народ у меня в офисе в тот момент, народ договаривался выйти перекурить или выйти вместе пообедать, договариваясь с ICQ, через ICQ, там, 6 человек. Компания вышла на биржу за большие деньги, при том, что у них не было ни малейшего представления о том, как зарабатывать деньги. И насколько мне известно, ICQ за все время своей жизни не заработала ни одной копейки. Они не подразумевают заработок. ICQ перестала быть модным. Появился Twitter. Появился Skype. Появились другие системы коммуникации. Нет смысла править государством как таковым, нет смысла разрабатывать эти системы. Значительно проще дать возможность бизнесменам делать из этого коммерчески выгодные проекты. Тот же Skype, который был бесплатным и в какой-то момент они зарабатывали только на том, что они подключали компьютер на телефон. В какой-то момент купил Microsoft за безумные 2,5 миллиарда. Собственно, вернув бизнесменам их вложения и потраченное ими время с большой выгодой. Я не считаю, что
у правительств есть необходимость сейчас, вот в нынешних условиях, заниматься разработкой коммуникаций для граждан. Этим занимаются бизнесмены. И я не совсем правильно понял ваш вопрос. Дякую, пане Данило, за дуже цікаву доповідь. Зараз буквально ми з мікрофоном перестаємо ситуацію, пане Данило, тому що нас через пару секунд буде телеміст. Пане Данило, дякую, і вам дякую за увагу і за цікаве запитання. Колеги, зараз буде телеміст з містом Харкова, де громадян просто розходяться, бо спадку вже передати свої вітання. Спасибо большое. Побачити його, бачити спадку і розходяться. Thank you.